Республиканском институте УЗ-инжиниринг проводились учебные курсы Autodesk Revit Architecture по технологии информационного моделирования зданий. Благодаря им свою квалификацию повысили специалисты из около 50 проектных организаций. В тренинге участников поделили на 4 группы. Каждая проходила курсы по 2 недели до 5 июля. С помощью BIM сокращается время моделирования, повышается точность и создаются условия для работы по каждой детали. С помощью этой технологии на курсах изучается решение проблем, возникающих в проектировании. Как показало обучение, у нас обучалось 48 человек из различных организаций. Уровень подготовки на тот момент, который существует в республике, да, на примере этих человек, он очень высокий, потому что я могу сделать очень четкий вывод. Восприятие программы прошло очень успешно, удачно. Все работали, в принципе, на одном уровне. И было очень приятно работать с людьми, которые понимают, о чем шла речь. Да, и мы все время говорили на одном языке, что очень важно. За месяц обучения мы изучили работу, буквально с построения каких-то осей до возведения полных зданий. Построение каких-то определенных объектов, которые у нас будут применяться в этом здании. По окончанию обучающего курса всем слушателям вручили специальные сертификаты. Согласно постановлению президента с 1 июля текущего года, утвержден порядок перехода на одобрение технологий BIM для всех участников процесса строительства.